Всем привет, ребят! Сегодня у нас опять будет троллинг, будет открытие кучи плюшек, карт, кучу всего. Мы находимся на аккаунте моего подписчика Влада. Аккаунт бездонатный, не испорченный, девственник, находится в гильдии Анонимус. Мадемин, удачи. Спасибо, улыбнули. Кидайте заявочку, вступайте. На атаке фортов не участвует пока что. Битва гильдии второе, первое место. Гильдия новенькая. Участники от 100 тысяч силы где-то приблизительно. Даже от 20. Гильдия новенькая. Кидайте заявочки, вступайте и тащите в топ. Улыбнули, конечно, надписью. Сегодня у нас акция коллекционер. Будем выбивать героев. Постараемся выбить недостающих. Так, что здесь у нас? Тыковка хорошая. Так, смерть не очень. Купидончик. Хранитель хорош. Отлично просто. Так, дерево. Аккаунт молодой, судя по талантам, по всему. Рину. Такой же, как у меня на китайке. Так, Фрэнки. Афина есть. Так, Варлок. Ну, талантиков, конечно, здесь не хватает. Мы будем исправлять это коробочками, будем открывать их. Так, Фея, Тесса есть, Ведьма есть, Суккуб. А вот Гаргула и Ворожея нужно больше всего. Их здесь просто нет, а это одни из топовых хиллеров. Особенно Ворожея было бы неплохо выбить. Даже не столько того Гаргула, сколько хотелось бы выбить все-таки Ворожея. Так, что у нас по кошмаркам? Ой, по кошмаркам пока у него не очень. Понятно. Что по волнам? По волнам волна АА. Вот так вот. Так, склад у нас. Смотрим, что есть. На прокачку 9 коробочек есть, накопил. Так, сундучки атаки форта. Давайте сразу сундуки откроем. Так, открыть еще две. Так, отлично. Есть все, все остальные плюшки после роллинга. Так, ну что, поехали. 49 тысяч, коллекционер. Дракос Атлантикор. Влад Дракула. Сердцеедка. Ну давай. Студеный рыцарь. Супер, капитан Дрейк, укротитель. Но придется увеличивать все-таки нам слоты, без этого никак. Ниндзя. Ведьма. Душегуб. Еще один рыцарь. Медуза Бухрома. Призрачный всадник. Конечно, вроде и падает. Есть, блядь. Анубис, сука. Мать его. Отлично просто, ребята. Поздравляю от души. Просто, блядь, сегодня какой-то мехаудачный день для всех. Анубиса достали, блин, за столько самов, блин, для такого аккаунта. Это просто топ, ребят. Обязательно ставьте лайки. Анубиса у него нету. В этом весь кайф. Теперь ему будет намного проще проходить подземки. Просто жесть. Рад за пацана. Поехали дальше. Увеличить. Ну, буду увеличивать склад. Он никуда от этого не денется. Укротитель. Блять, еще бы Фрею. Блять, мы достали. Сейчас ремку просто заберем. Отлично. Бугрома. Так. Капитан Дрейк, королева Гарпии. Отлично. Сука. Профессор Риббит и хранитель. Отлично просто. Медуза. Еще неплохо было бы Купидончика словить, забрать плюшки. Еще одна медуза. Атлантикор. Химера. Блин, драйки сегодня сыпят, даже не знаю. Паладин-хранитель, супер. Раны тоже нужны.
Паладин. Есть, Купидона достали. Одержимый. Так, что у нас там? 14-15, ребят, отлично просто. Должны забрать еще Арктику. Суккуб. Ну, давай, давай. Блять. Сука, одного не хватает. Ладно, мы это исправим сейчас. Так, выйти. Что у него тут по героям? Окей, отлично. Не хватало ворожея. Теперь есть ворожей и есть стрелок. Вот так вот делаем вещи. Забираем стрелок. Есть ворожей, есть. Добиваем Арктику. Сейчас можно было качать. Ёпта, а вот он последний. Так, Дрейка получили. Ускоряемся. Фея. Валька. Вот рыцари сразу же посыпали после того, как донишь. Лишили девственности. Очередной аккаунт сегодня. Смерть. Ну, как видите, все. Ну и на этом, в принципе, неплохо. Я считаю, роллинг удался, мы получили Анубиса, получили Стрелка, получили Ворожея, которому ему не хватало. Получили скины. Поехали. Открываем два скина. Получить, окей. Так, Стрелок забрали. Так, кулачки. Использовать, окей. Стрелок готов. Анубис готов. Ворожей. Самое основное, это ворожей, чтобы был на аккаунте. Есть. Профессор Риббит активировать, окей. Есть. Так, что там у него? Ведьма. Сейчас посмотрим. Так, ведьма. В принципе, все остальные вроде как бы есть. Отлично. Ну что, поехали. Смотрим. Все с первыми этими. Разблокируем сразу второй. Стрелку тоже. Второй разблокировали. Отлично. Ну что, будем на стрелке открывать коробочки. Так. Поменять. Давайте смены. Начнем. Стойкость, ремка, понятно все. Тут все понятно, поехали. Ремка 5-5, сразу же причем. Ремка 5-5, отлично. Просто отлично. Купидон 4, однозначно, без всяких этих. Ставим пятерочку, идем сюда. Собираем еще Арктику, сейчас откроем. Бля, вот это кайф. Еще ремка, есть еще одна коробочка. Сделали полностью все, что надо. Так. Открываем Арктику. Так, надо будет глянуть, или есть сердцеедка. А я не забрал. Запарился я уже сегодня с роллингами. Все как-то одновременно захотели паролить под акцию. И паролили, блядь, абсолютно всем удачно. Использовать, окей. Арктика есть. Так, смотрим. Войти. С чем у нас Арктика? Понятно все. Так. Что у нас по талантикам здесь есть? Ремочка. Хорошо, еще одна ремка. Открываем сначала коробки. Поменять. Еще я не посмотрел, сердцеедка есть или нет.
Так, сердцеедка. Тоже нету. Вот еще один недостающий герой оказывается. Просто отлично. Давайте тоже ее откроем. Дрейка. Надо посмотреть. Хранитель-то точно есть. Сердцеедка. Побежали. Войти. Так. Капитан Дрейк. То ли я слепой. То ли, блядь, тут тоже Дрейка не было. Не может быть. Да, Дрейка тоже нету, ребят. Еще раз пересмотрю. Супер просто. Мы их там нормально нахерачили сегодня. Так. Дрейк. Валька, по-моему, есть, не знаю. Может, и Вальки еще нету. Непривычно, я привык к своему алтарю. Так, смотрим. Смотрим. Блин, и Вальки нету. Малышник. Да, Вальки тоже нет. Офигеть. Просто офигеть. Просто удачно. Так. Стоп. Не, одержимый есть. Я уже думал, одержимого нету. Думаю, вообще жесть. Так, отлично. Хорошо. Это у нас есть. Стрелок. Поехали дальше. Приговор. Понизить скорость атаки. Ну, это по сути фигня. Пока поставим вот сюда. Поехали дальше. Вот оно, ожог. Вот это интересно уже. Так, что у нас есть? У нас есть ворожай. Рино. Рино пусть так и остается. Хранитель. Так. А, тьфу ты, у нас стрелок здесь есть. Да я провтыкал. Прошляпил этот момент. Хорошо, что вы посмотрел. Так. Так. Ожог. Ожог идет у нас в ворожаю. Пока идет ворожаю, потому что тут особо больше не на кого ставить. Во-вторых, с ожогом отлично смотрится. Так, окей. Ремка. Блять, как я это люблю. Супер просто, ребята. Просто огонь. Так. Дерево. Вариант дерева. На Афину смысла нету ставить. А, блин, тут и Валька есть. Вот это я туплю. Ну, ничего, откроет как повторочку. Так. Дерево. Хранитель такой. Однозначно ставим дерево. Четвертое, пятое. Супер. Купидон есть, тем более у нас есть еще одна на смене. Поехали дальше. Надо что-то атакующее на Анубиса однозначно выбить. Каменка. Супер. И она у нас идет. Опять же на ворожая. В первую очередь идет на ворожая. У стрелка уже есть. Так. Блин, супер. Надо только еще хороший талантик достать. Бастион, бог войны. Так, корка. Пока вцеплю на Анубиса, пусть будет. Еще одна каменка. Сука, да что ты поделаешь? Сыпет охрененно.
Так, только по героям очень вопросов много. Так. Каменка хорошо заходит одержимому. Да, ставим одержимому. Однозначно сюда. Поехали дальше. Бег. Бег тут, честно говоря, пофиг кому ставить. Ставим пока сюда. И сразу же огненная защита. О май гад. Огненная защита. А вот огненку. Огненку мы поставим на капитана Дрейка. А почему? Посмотрите обзор. Заменить. Это для него охрененный талантик. Так, ну что, рандомчик, давай. Последняя коробочка. Тяжелый удар. Тяжелый удар. Тяжелый удар у нас идет вот сюда. Вот так вот, ребят, мы сделали это. Теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше, дальше, дальше. Че, он тыковку не качает? Уже давно должен был бы прокачать. Че, он ждет? Ладно, пусть ждет. У него куча героев есть. Так, у нас есть еще одна ремка, и однозначно она пойдет на Арктику. Пока она пойдет на Арктику, она ему нужна будет с ремкой. Удачи. Спасибо, спасибо. Так. Идем сюда. Открыть. Или я ему оставлю, пусть делает выбор сам. Это как бы не горит. Пусть делает сам выбор, он лучше будет знать, кому ставить. Можно Афине поставить, можно ведьме поставить, можно Арктике поставить. Вариантов очень много. Тому же самому Анубису, если захочет. Ну, Анубису смысла нету портить. Леди Лео. То есть он уже сам знает, какие локации. Побежали дальше. Побежали дальше, 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 дальше. Так, ну есть гнев, пятый сет. Это он сам откроет. Там льдышка будет однозначно. Удачные сундуки, поехали. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Карты смены, три штучки. Еще одна смена. Так. Уже побыстрее хочу ему отдать аккаунт, отдохнуть от этих роллингов, пусть сам увлекается. Так. Карта легендарного героя. Будем по 10 открывать. Думаю, все знают, что отсюда падает. Очень падает редко череп. Купидон, суккуб. Ну, это такое все. Это все то, что можно и так набить, наролить, купить. Черепа мы так отсюда и не достали. Купидончик, повторочки, отлично. Мифическая карта героя 1. Варлок, достойно. Ну и карта легендарного героя, акция. Опять же, череп, Дрейк, Гаргул. Может, нам Гаргул отсюда упадет? Ну, у него уже есть ворожай. И ворожай с охрененными талантами. Купидон. Тыква. Дай, блядь, сука, Гаргула. Открыть 6. Не дали. Не дали. Ну, это такое, это все херня. Пацана есть кого качать, куча недостающих героев. Самое главное, у него появился Анубис. Все, пусть прокачает Анубиса и будет тащить подземки, дальше проходить намного легче все станет. Есть ворожай, два героя, которые Арктика, третий герой офигенный, Дрейк. Еще один охрененный герой, Дрейка у него нету, по-моему. Может, я его завтыкал, но точно не завтыкал. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот, даже жабу достали. Ему и стрелка еще одного, который не нужен. Ну, пусть будет. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, поддержите видосик лайком, делайте репостики, участвуйте в акциях. Всем такой удачи. Всем пока.